Могу ли я, как журналист, как гость программы, обратиться к Илье Киви и спросить, за кого он будет голосовать? Могу? Это не противоречит закону? Нет, вы здесь не журналист. Я обращаюсь к Илье Киви и хочу спросить. Понятно, что он будет голосовать за себя, но я вопрос задам. А если бы не за себя, за кого бы он проголосовал? Дмитрий. Пані Олена, кнопка у вас є, я на вас розраховую, до речі. На самом деле, уже, в мене нет, кнопки нема. Не бой, Василий, на самом деле не бойтесь. Я... Та-да-да-дам. Та-да-да-дам, да. Я буду соблюдать правила. Возьми. Ребят, ну, конечно, как кандидат в президенты я должен был сказать о том, что, конечно, я буду голосовать за себя. Но я же честный человек, правильно? Честный офицер. И я считаю, что на сегодняшний день... Есть более достойный человек, у которого больше опыта, именно больше опыта, жизненного опыта, у которого бы мне еще стоило поучиться. И я говорю сейчас очень искренне. И... То вы не за себя будете голосовать, Илья? Я буду голосовать за Смешко. Оце поворот в эфире канала «Незван». Ну, это мое право.